Каха Чехотаурский задержан за совершение дерзкого ограбления. В Москве в конце декабря прошлого года в доме 2 по улице Дудинка сотрудниками 3 ГУ отдела ОРБГУ МВД России по Центральному федеральному округу задержан лидер грузинской организованной преступной группировки, вор в законе Карл Ачхиквадзе, более известный в криминальном мире по кличке Каха Чехотаурский. Карл Ачхиквадзе подозревается в совершении ряда разбойных нападений с применением автоматического оружия. В рамках работы по снижению негативного влияния лидеров уголовно-преступной среды на криминогенную обстановку в Москве оперативниками 3 ГУ ОРБ была получена информация в отношении грузинского вора в законе Карла Ачхиквадзе. В ходе разработки преступной группировки Кахи Чехотаурского было установлено, что 20 октября 2006 года в районе Плющихи Чхиквадзе и подельники на 2 Нивах блокировали автомобиль марки Hyundai, угрожая водителю иномарки оружием, похитили у него сумку с деньгами на общую сумму 8 млн рублей. На беду грабителей свидетелем происшествия стал проезжавший мимо участковый инспектор в Хамовнике. Милиционер в одиночку на личном автомобиле начал преследовать Ниву, на которой пытались скрыться преступники. Вскоре инспектору удалось настигнуть бандитов и остановить их автомобиль, однако они оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь по машине участкового. В завязавшейся перестрелке сотрудником милиции был смертельно ранен один из налетчиков, 42-летний уроженец Сухуми Триелцулая, Ачхиквадзе получил сквозное ранение в боковую область туловища. На этот раз законнику повезло, ни один из жизненно важных органов не был задет. Бросив тело своего мертвого товарища, грабители бросились бежать в сторону улицы Усачева, где под угрозой оружия завладели машиной марки Peugeot, на которой скрылись. После этого дерзкого налета Каха залег на дно и полмесяца залечивал раны в частной клинике. Оперативники говорят, что если бы не ранение, Каха вышел бы на дело уже на следующий день. Несмотря на все меры конспирации, предпринятые опытным преступником, вскоре сыщикам удалось выйти на след вора в законе. 28 декабря оперативники задержали Чхиквадзе на съемной квартире, где тот проживал с женой и 2 детьми. Старший сын законника, 15-летний Корнелий, имеет все шансы пойти по стопам отца, таких, как он в преступном мире называют, стремящимися. Сам Каха был коронован в возрасте 18 лет на территории Грузии. Среди его ближайших друзей называют таких воров в законе, как Павлик Жакуридзе и Аслан Кабуладзе. Каха Чехотаурский пользуется огромным доверием идейного вдохновителя кутайского воровского сообщества Тимураза Синаташвили по кличке Мафия. 36-летний уроженец Чехотаурского района Грузии Карл Ачхиквадзе считается вором в законе гангстерского толка. В отличие от большинства своих братьев по воровскому ордену, он лично разрабатывает и принимает участие в самых дерзких преступлениях. Свой последний срок ранее судимый законник отбывал за разбой и вышел на свободу в конце 2005 года. 3 года перед освобождением Каха провел в крытой тюрьме города Ельца, где заработал себе туберкулез легких. По словам оперативников, Чхиквадзе является закоренелым наркоманом и не может обходиться без систематического употребления внутривенно препаратов метадоновой группы. В настоящее время Карлу Чхиквадзе предъявлено обвинение по 4 статьям УК России, 162, разбой, 166, неправомерное завладение автомобилем, 222, незаконное хранение оружия и 317, посягательство на жизнь сотрудников милиции. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступной группы и выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.